Всем привет! Наша цель на сегодня – научиться искать кратчайшие пути в графе. Первым делом мы рассмотрим с вами алгоритм поиска в ширину. Это еще одна стратегия обхода графа, аналогичная поиску в глубину, но в отличие от поиска в глубину, поиск в ширину обходит вершины графа в порядке увеличения их расстояния до изначальной вершины. Поэтому в случае невзвешенных графов поиск в ширину позволяет за линейное время найти кратчайшие пути до всех вершин графа от изначальной вершины. После этого мы рассмотрим алгоритм Дейкстры, который в некотором смысле является обобщением поиска в ширину и позволяет найти кратчайшие пути в графе с неотрицательными весами на ребрах. И, наконец, после этого мы рассмотрим алгоритм Беллмана-Форда, который позволяет обрабатывать и графы с отрицательными весами на ребрах. Заодно научимся проверять, есть ли в графе цикл отрицательного веса, и еще заодно поймем, как быстро находить кратчайшие пути в графе, в котором нет циклов. Формально задача о нахождении кратчайшего пути в графе ставится следующим образом. Дан граф и две выделенные вершины, которые традиционно называются S и T, и необходимо найти кратчайший путь из вершины S в вершину T в данном графе. Однако большинство, хотя и не все, алгоритмов поиска таких путей находят кратчайшие пути до всех вершин из начальной вершины S. Поэтому давайте и мы будем считать, что нам дан граф и вершина S, и мы хотим найти кратчайшие пути до всех остальных вершин. В данном уроке мы будем рассматривать пока только невзвешенные графы, и давайте на минутку также предположим, что граф, который нам дан, еще и не ориентированный. Сделаем это исключительно для того, чтобы развить интуицию. Итак, рассмотрим такой вот простой граф на шести вершинах. Рассмотрим выделенную вершину S, из которой мы хотим найти расстояние до всех остальных. И давайте представим себе, давайте для начала найдем, то есть поймем, что раз уж у нас все ребра имеют длину 1, тогда до вершин E, A, B, C, O, C и D расстояние будет 1, поскольку можно проехать просто по одному ребру. А вот чтобы доехать до вершины B, придется проехать по двум ребрам. Поэтому минимальное расстояние до нее равно 2. Теперь давайте представим себе, что наши вершины — это такие шарики, а ребра — это нитки одинаковой длины, длины 1, которые их соединяют. Именно поэтому ребра здесь так и нарисованы волнистыми. Давайте мысленно теперь потянем за вершину S вверх. Вот то, что получится, показано на рисунке справа. Вот в частности ребра SA, SC, SD и SE натянутся, ребро DE провиснет, и ребра AB и CB тоже натянутся. Ребро DE провиснет по простой причине, потому что оно не входит ни в один кратчайший путь. Все остальные ребра натянутся, потому что они входят в некоторые кратчайшие пути. Более того, вершины разобьются на слои. Вот можно также для вершины S написать, что от нее самой до нее же расстояние равно нулю. Итак, это нулевой уровень. Вот сюда попадут вершины с первого уровня, то есть это будет первый уровень, это вершины с расстоянием 1, это второй, ну и в общем случае и так далее. Давайте теперь поймем, как же можно формально рассмотреть эти уровни. Кто такие вершины с расстоянием ровно 1 до вершины S? Это просто соседи вершины S. То есть вот вершины A, C, D и E — это вершины, соединенные с S ребром. Кто такие вершины на расстоянии 2 от S? Это вершины, соединенные ребром с вершинами с первого уровня, но при этом сами не являющиеся вершинами с первого уровня. То есть, например, вот вершина E, например, она соединена ребром с вершиной D, которая является вершиной уровня 1. Но мы при этом не хотим, конечно же, говорить, что расстояние до вершины E будет равно двойке. Просто потому, что E у нас и так уже лежит на первом уровне. Поэтому получаем, а то, как мы хотим обходить вершины, это вот так вот по уровням. То есть мы хотим сначала взять и для всех вершин, которые соединены с S,
записать куда-то, что расстояние для них равно единице. Следующий естественный шаг — это записать, что для всех их соседей, которых мы еще не встречали, до них расстояние равно двойке. Дальше надо взять всех соседей вот со второго уровня, записать, что для них расстояние равно тройке, ну и так далее. И это на самом деле и есть ровно тот порядок, в котором поиск в ширину, который вот сейчас мы уже на следующем слайде увидим, будет обходить вершины. И несмотря на то, что мы здесь рассмотрели какие-то ниточки, у которых направлений нет, то есть неориентированный граф, поиск в ширину, конечно же, будет работать и на ориентированных графах тоже. Сейчас с этим разберемся. Поиск в ширину. В отличие от поиска в глубину, кроме графа на вход, он получает также вершину S. И обойти он может не весь граф, его интересуют только те вершины, которые достижимы из S. Для таких вершин мы хотим посчитать кратчайшее расстояние от вершины S. Для всех остальных, ну, в качестве кратчайшего расстояния окажется просто бесконечность. Действуем следующим образом. Давайте для начала для всех вообще вершин в качестве кратчайшего расстояния запишем в массив dist плюс бесконечность. Другими словами, в самом начале мы ничего не знаем о том, каково расстояние до всех вершин нашего графа. Потом мы пометим, что до вершины S мы на самом деле расстояние знаем, и оно равно, конечно же, нулю. Ни по какому ребру не нужно проходить, чтобы из вершины S приехать в себя же. После этого мы заведем очередь и положим в нее одну единственную вершину S. Именно очередь нам и поможет обрабатывать вершины по слоям, так как мы разобрались с вами на предыдущем слайде. Итак, изначально очередь состоит просто из одной вершины S. Дальше мы итеративно, пока в очереди хотя бы что-нибудь еще есть, делаем следующее. Мы вытаскиваем из нее очередной элемент. То есть на первой итерации вытащится вершина S. Это происходит вот здесь, вот на этом шаге. И добавляем в очередь все вершины, которые соединены ребром с S и в которых мы еще не бывали. Понимаем, бывали мы в вершине или нет, посмотрев на то, что написано у нее в массиве dist в соответствующем месте. То есть dist здесь выступает так же, как и массив таких пометок, как в поиске в глубину, который показывает нам, были мы в вершине уже или нет. Итак, на самой первой итерации вершину S мы вытащим из очереди, а добавим в очередь ее соседей. Ну, сколько-то у нее соседей. И, конечно же, это все вершины, находящиеся на расстоянии 1 от вершины S. Это произойдет вот на первой итерации внешнего цикла. Для всех, для них, все они добавятся, во-первых, в очередь, во-вторых, для них запишется расстояние равное единице, поскольку в качестве U сейчас выступает вершина S, а dist от S равно нулю. После этого мы будем постепенно из очереди доставать вершины, вот до которых расстояние равно 1. Потихоньку будут отсюда вершины уходить, а будут в очередь добавляться вершины, в которые есть ребро вот из этой текущей вершины, и в которых мы еще не были. Еще раз напомню, что мы проверяем, были мы в вершине или нет, смотря на ее значение в массиве dist. Если не были, значит, до этой вершины нельзя добраться за одно ребро. Ну и раз мы смогли добраться за два ребра, значит, 2 — это правильное для нее кратчайшее расстояние. И это мы вот здесь вот и запишем. Итак, постепенно произойдет вот что. Мы вытащим из очереди все вершины на расстоянии 1. И в очереди окажутся все вершины на расстоянии 2 от S. Ну и так далее. После этого мы вытащим все вершины на расстоянии 2, и постепенно в очередь добавятся все вершины на расстоянии 3. Так или иначе, для всех вершин, конечно же, корректно установится кратчайшее расстояние до S. Те вершины, которые недостижимы из S, для них бесконечность так и останется, и в них мы ни разу не побываем. В общем, ясно, что алгоритм корректен. Надеюсь, ясно вам также уже, что время работы данного алгоритма будет, как и в случае с поиском в глубину,
O от V плюс E, то есть линейным от размера графа. Линейным оно является вот ровно по тем же причинам. Ну, во-первых, U от V у нас появляется из-за того, что ну, вот у нас есть в начале цикл, где мы проходимся по всем вершинам. Также можно заметить, что каждая вершина будет не более одного раза добавлена в очередь, потому что как только мы добавляем вершину в очередь, мы сразу же записываем ей вот здесь вот dist на последнем шаге. То есть dist перестает быть бесконечностью. И если, то есть больше мы ее никогда не добавим. Больше мы никогда вот в цикл если внутрь не зайдем. И некоторые вершины даже и не добавятся, то есть, а именно недостижимые вершины. Итого вершина побывает в очереди не более одного раза. Соответственно, не более одного раза мы рассмотрим все исходящие из нее ребра. Как и в случае с поиском в глубину, неориентированные ребра. В случае с неориентированным графом, неориентированные, каждое ребро будет просмотрено не более двух раз для каждого из двух концов. А в случае ориентированного графа, каждое ребро вот здесь вот будет просмотрено не более одного раза. Отсюда оценка O от V плюс E. Давайте вернемся к нашему игрушечному примеру, посмотрим, как на нем отработает поиск в ширину, а заодно разберемся с такой важной вещью, как дерево кратчайших путей. Итак, вот он наш граф на шести вершинах. Как мы с вами уже знаем, расстояния в нем будут такие. До вершины S расстояние 0, до вершин E, D, C и A расстояние 1, до вершины B расстояние 2. Поиск в ширину любезно нам эти расстояния посчитает и запишет в массив dist. Вопрос теперь в том, как же теперь для какой-нибудь конкретной вершины узнать сам кратчайший путь. Первое замечание состоит в том, что если бы мы пытались для каждой вершины нашего графа куда-то записать сам кратчайший путь, то нам в худшем случае могло бы понадобиться для этого памяти v в квадрате. Это несложно показать. В общем, это было бы не слишком компактно. Вместо этого есть такое простое и элегантное решение. Давайте вместо того, чтобы выписывать целый путь для каждой вершины U, просто запомним ее предпоследнюю вершину на кратчайшем пути из S в U. Более того, сделать это довольно просто. Вот давайте вспомним, как именно наш поиск в ширину заполнял массив dist. Так вот у нас наш массив, состоящий из шести вершин. Давайте делать вот что. В тот момент, когда поиск в ширину записывает для некоторой вершины, что расстояние до V — это расстояние до U плюс 1, мы также запишем, что предыдущая вершина на пути в вершину V — это вершина U. То есть у нас будет ровно такой же массив преф, в котором изначально не будет записано ничего, ну или некоторые неопределенности. После этого, когда мы засунем в очередь вершины A, E, D и C, то для них мы запишем в качестве предыдущей вершину S и установим для них расстояние 1. После этого из очереди вытащится вершина A. Мы узнаем, что расстояние до B равно 2 и запишем, что предыдущая вершина на кратчайшем пути из S в B — это A. Итого, для нашего простого примера получится вот такие вот два простых массива. И дальше надо заметить, что массив преф задает вот такое вот дерево, которое называется деревом кратчайших путей. Ясно, что занимает он, конечно же, линейное место, то есть он просто длинный v, поэтому ему и место нужно u от v. И по нему можно восстановить любой кратчайший путь от s до любой другой вершины. Все, что для этого нужно сделать, это встать в какую-нибудь конкретную вершину. Вот, например, чтобы понять, каков кратчайший путь из S в B, можно сделать вот что. Итак, мы хотим кратчайший путь из S в B. Давайте вершину B выпишем последней.
Дальше надо посмотреть, какая предпоследняя вершина на кратчайшем пути из S в B. Это записано в массиве преф, и это записано вот в этой ячейке. Это вершина A. Дальше давайте посмотрим, что записано в нашем массиве в ячейке, соответствующей вершине A. Это будет вершина S. Ну и когда мы приходим к S, мы останавливаемся, итого вот такой кратчайший путь у нас получился из вершины S в вершину B. Постепенно усложняем задачу. Давайте теперь считать, что в данном нам графе каждому ребру приписано неотрицательное число, то есть которое мы будем называть весом или длиной этого ребра. Это, конечно же, гораздо больше соответствует действительности. На практике, когда мы хотим найти кратчайший путь из одной точки в другую, то длины ребер, конечно же, могут друг от друга отличаться. Или если мы хотим найти самый дешевый перелет из одного города в другой, конечно же, опять же, стоимости перелетов, они могут быть различными. Давайте в первую очередь поймем, почему же не будет работать алгоритм поиска в ширину в такой ситуации. Итак, представим, что есть стартовая вершина S, и предположим, что из нее выходят всего два ребра, вершину A и вершину B. Поиск в ширину первым делом говорил бы, что для вершин A и B мы теперь расстояние знаем. Ну, теперь добавим эти самые веса. Предположим, что здесь вес 5, а здесь вес 10. Вот говорить, что для вершины B мы знаем, что кратчайшее расстояние для нее 10, понятно, почему нельзя. Ну, просто потому, что вот здесь могло бы существовать ребро веса 2, например. Тогда кратчайший путь из S в B был бы не 10, а 7. Поэтому так просто, как с поиском в ширину, у нас не получится. Несмотря на это, все-таки какую-то информацию мы здесь извлечь можем. Мы знаем, что из S выходят всего два ребра, и они ведут вершины A и B. Это, в общем-то, означает, что чтобы из S хоть куда-нибудь доехать, придется проехать по ребру веса как минимум 5. Это значит, что на самом деле для вершины A расстояние мы уже знаем, и оно действительно равно 5. И здесь в этот момент мы пользуемся тем, что в нашем графе пока что мы не разрешаем ребра отрицательного веса. Другими словами, что не бывает ситуации, что вот отсюда идет еще ребро вот веса, например, минус 10. Такое у нас пока что запрещено. Итак, это в двух словах было объяснено, как примерно будет работать алгоритм Дейкстра, к изучению которого мы сейчас с вами и перейдем. Перед тем, как разбираться с алгоритмами, давайте сформулируем два практически очевидных свойства кратчайших путей в графе. Несмотря на то, что, как уже было сказано, эти свойства практически очевидны, довольно полезно сформулировать эти два свойства и осознать, почему они выполняются. Первое свойство говорит нам, что у кратчайших путей есть так называемое свойство оптимальности подпутей. Формулируется оно следующим образом. Рассмотрим кратчайший путь из вершины S в некоторую вершину V. Утверждается, что если на этом кратчайшем пути выделить две промежуточные вершины, назовем их U и W, то получающийся подпуть тоже будет кратчайшим. Именно кратчайшим путем из U в W. Почему это так, понятно? Ну, предположим, что было бы не так, что был бы какой-то более короткий путь из U W, вот, который мы здесь нарисовали пунктиром. Ну, тогда вот этот вот путь из S в U, потом вот этот более короткий путь из U в W и, наконец, та же часть пути из W в V было бы более коротким путем из S в V, что противоречило бы тому, что мы изначально взяли кратчайший путь из S в V. Итак, это свойство, с этим свойством разобрались. Второе свойство — это в некотором смысле даже частный случай первого, то есть даже как будто бы и проще. Говорит оно нам следующее. Рассмотрим опять-таки кратчайший путь из S в некоторую вершину V.
и пусть U — это предпоследняя вершина на этом кратчайшем пути. Тогда утверждается, что кратчайшее расстояние из S в V равно кратчайшему расстоянию из S в U плюс вес ребра U в V. Во-первых, давайте перед тем, как мы окончательно докажем это утверждение, разберемся с обозначениями. Вот здесь мы заодно ввели обозначение для длины кратчайшего пути. Обозначаем мы это как функция dist, которая получает два аргумента. И значение ее — это как раз кратчайшее расстояние в нашем графе из первой вершины во вторую. Точно так же у нас будет называться массив, в котором мы будем поддерживать наше текущее расстояние. Вот, надеюсь, вас не будет путать то, что и массив, и функция называются одинаково. Итак, под функцией мы имеем в виду настоящее кратчайшее расстояние в графе. В массив мы будем складывать какие-то значения, которые могут в некоторые моменты не быть кратчайшими расстояниями, но в конце обязательно станут. Итак, то, что здесь написано, это то, что кратчайшее расстояние от S до V есть кратчайшее расстояние от S до U плюс вес ребра V. Ну, понятно, почему так происходит. Вес всего нашего пути, раз уж мы взяли кратчайший путь из S в V, то вес нарисованного пути, ну или длина, равна dist от S до V. Раз уж S, U — это подпуть нашего пути, то он оптимален, и значит, вот начальная часть, которая здесь нарисована, ее длина равна просто dist от S до U. Ну, оставшаяся часть — это и есть вес ребра от U до V. Вот две данные простые идеи или два данных свойства мы в наших алгоритмах в дальнейшем будем эксплуатировать довольно часто. Теперь мы готовы к тому, чтобы разобраться с ключевой идеей, на которой основаны алгоритмы поиска кратчайших путей в графах. Идея, на удивление, проста. Для начала давайте напомним, что алгоритмы, которые мы будем рассматривать, они будут поддерживать массив dist, в котором для каждой вершины будет записана длина текущего пути, который мы нашли из вершины S в нашу вершину. В алгоритме поиска в ширину, который мы пока успели просмотреть, изначально все эти расстояния были равны бесконечности, и обновлялись они сразу на оптимальные. Со взвешенными графами все будет не совсем так просто. Мы будем постепенно уменьшать эти значения, пока они не уменьшатся до значения оптимального расстояния от вершины S вот до текущей вершины V. Итак, процедура, на которой основаны алгоритмы поиска кратчайших путей в графе, это процедура так называемой релаксации ребра. Говорит она следующее. Рассмотрим какое-нибудь ребро UV в нашем графе. Рассмотрим стартовую вершину S. Потенциально ребро UV означает, что в вершину V можно проехать через вершину U. Все, что делает процедура релаксации ребра, которая, как вы видите со слайда, состоит всего из трех строк, она говорит, что надо попытаться посмотреть, не будет ли нам выгодно через вершину U проехать в вершину V. Чуть более детально. То, что сейчас у нас записано в ячейке U массива dist, это длина некоторого пути из вершины S в вершину U. Итак, вот есть некоторый путь в графе, и его длина равна dist от U. Ну, или бесконечности, если мы пока не нашли никакого пути. Давайте поэтому посмотрим, не будет ли выгодно проехать из S в U, а потом проехать по ребру UV. Другими словами, если то, что сейчас записано в ячейке V массива dist, больше строго, чем длина вот этого пути, который, в общем-то, нарисован у нас сейчас, тогда, конечно же, значение dist от V разумно уменьшить. То есть, другими словами, мы осознали, что есть более короткий путь. Давайте эту информацию вот таким вот образом запомним. Очень естественным образом. Вот удивительно, но это и есть основная содержательная идея алгоритмов, которые находят кратчайшие пути. Например, мы уже сейчас можем описать алгоритм, который будет кратчайшие пути находить. Давайте просто брать последовательно все ребра и проводить по ним релаксацию. Если хоть что-нибудь изменилось, то будем опять прогонять по всем ребрам. В тот момент, когда
не по одному ребру релаксацию сделать уже нельзя. Другими словами, вот эта проверка, если она не проходит, можно доказать, что найденные пути являются кратчайшими. Давайте это докажем. Вот предположим, действительно, что ни для одного ребра вот эта проверка в графе уже вот это неравенство, в смысле, не выполняется. Давайте докажем тогда, что для каждой вершины уже найдено кратчайшее расстояние. Предположим, что это не так. Доказывать будем от противного. Вот рассмотрим кратчайший путь до некоторой вершины V и предположим, что то, что сейчас в ячейке V записано, оно строго больше, чем настоящее кратчайшее расстояние от S до V. Давайте вместо вершины V рассмотрим на этом пути последнюю вершину с таким же, самую первую вершину от S с таким свойством, а именно со свойством, что dist, давайте ее обозначим через U, dist от U больше, чем dist от S до U. Такая вершина обязательно найдется, ну, потому что как минимум есть такая вершина V, и мы, соответственно, просто от S будем идти направо и проверять, выполнено это свойство или нет. Да, занимаемся, мы сейчас просто доказываем корректность описанного алгоритма. То есть сам алгоритм не ходит и не ищет такую вершину, конечно же, потому что он настоящие вот эти вот значения вполне может и не знать. Итак, U — это вершина, для которой самая первая на этом пути, для которой текущее посчитанное расстояние отличается от оптимального. Давайте посмотрим на вершину перед ней. Такая, опять-таки, обязательно есть, потому что U не может совпадать с S. С S все совсем просто, для нее сразу установлено расстояние 0. Вот здесь есть такое ребро из W в U. Раз уж U первая такая вершина, значит, для вершины W все посчитано уже верно. Другими словами, dist от W это настоящее кратчайшее расстояние из S в W. Но это приводит нас к противоречию с тем, что по ребру WU не может быть произведена релаксация, поскольку dist от U, конечно же, то есть dist от S до U равняется dist от S до W плюс вес ребра WU, как мы знаем с предыдущего слайда. Поэтому, если в данный момент произвести релаксацию по ребру WU, то, конечно же, мы зайдем. То проверка сработает, и мы зайдем вот сюда, и dist от U должно уменьшиться. Соответственно, вот уже у нас есть какой-то очень простой алгоритм поиска кратчайших путей. Давайте просто делать релаксацию ребер до тех пор, пока она хоть для какого-нибудь ребра возможна. Вот в таком виде алгоритм, к сожалению, может работать очень долго. Поэтому все, в общем-то, что нам осталось сделать, это научиться находить правильный порядок, в котором нужно произвести релаксацию ребер так, чтобы вся эта релаксация заняла не слишком долго. Именно этим и занимается алгоритм Дейкстра, к изучению которого мы сейчас с вами перейдем. Теперь давайте разбираться, в каком же порядке нам хочется обходить вершины. Во-первых, из анализа алгоритма поиска в ширину интуитивно нам ясно, что хотелось бы перебирать вершины в порядке их отдаленности, в порядке увеличения их отдаленности от стартовой вершины S. Это с одной стороны, это для случая невзвешенных графов. С другой стороны, и для случая взвешенных графов такая интуиция работает, и мы понимаем, почему. Вот если у нас есть некоторый кратчайший путь, опять же, из S в V, и U его предыдущая вершина, то мы знаем следующее. Если для U уже установлено корректное расстояние. Другими словами, dist от U равен dist от S до U. И мы произведем релаксацию по ребру UV, то и для V будет установлено корректное кратчайшее расстояние. С этим мы с вами уже разобрались. Более того, раз уж у нас все ребра
имеют неотрицательный вес, то мы знаем, что дист от S до U будет не строго меньше либо равен, чем дист от S до V. Просто потому, что вес ребра у V не меньше нуля. Соответственно, мы хотим от S перебирать вершины так, чтобы кратчайшие расстояния до них постепенно увеличивались. Давайте еще раз вернемся к примеру, который мы рассматривали на самом первом слайде, чтобы понять, в каком же порядке это, естественно, делать. Вот рассмотрим вершину S. Наш алгоритм встал в эту вершину и пытается понять, хотя бы для какой-нибудь вершины мы можем заранее сказать, какое кратчайшее расстояние или нет. Давайте посмотрим, предположим, что выходят всего два ребра из вершины S. Пусть они выходят в вершины А и Б. Можем ли мы хотя бы про одну из этих вершин сказать, что мы уже понимаем, какое расстояние кратчайшее до нее? Но ответ – да, можем. Предположим, как и в начале, что вот до А ребро ведет веса 5, а до Б ребро веса 10. Но это означает, что, во-первых, мы уже знаем, что в вершину А можно доехать за 5, в вершину B можно доехать за 10. Другими словами, вообще, чтобы выехать из вершины S, придется потратить 5 рублей. Значит, до вершины А мы уже точно знаем кратчайшее расстояние. Давайте, чтобы это визуально отобразить, вот вершины S и A сделаем жирными. После того, как мы в вершине А стали уверены в этом кратчайшем расстоянии, давайте посмотрим, какие ребра из нее выходят. При этом какие-нибудь кратчайшие текущие расстояния могут улучшиться, как мы знаем. Вот, например, если из А в Б ведет ребро веса 3, тогда мы знаем, что уже текущее найденное нами расстояние до Б это уже не 10, а 8, поскольку можно проехать по ребру АБ. То есть сначала приехать в А за 5, а потом проехать по ребру АБ за 3. Другими словами, когда мы поняли, что для А мы уже все узнали, мы произвели релаксацию по ребру АБ, которая и установила нам текущее расстояние до Б. Вопрос теперь в том, знаем ли мы, что расстояние до B равно 8? Ответ – нет, еще не знаем. Почему? Ну, потому что из А могли быть и другие ребра, которые вообще-то тоже надо релаксировать. Вот предположим, что из А были два ребра в какие-нибудь вершины, например, С и D. Давайте посмотрим, какого они были веса. Например, здесь может быть вес 7, а здесь вес 1. Тогда что мы узнали? Что до D текущее расстояние есть 6, а до C текущее расстояние есть 12. То есть мы узнали, как до D доехать за 6, а за C до C за 12. При этом не исключено, что из вершины D есть ребро в вершину B, которое стоит 1 всего. Поэтому расстояние до вершины B вполне может еще уменьшиться. Соответственно, следующее. Если предположить, что больше из вершины А никаких ребер никуда не идет, то следующий естественный кандидат на то, чтобы быть добавленным вот в множество вершин, до которых мы точно знаем расстояние, это вершина D. До нее наше текущее расстояние самое короткое, и больше никаких других путей мы не видим. То есть короче, чем за 6, ни до чего нового не доехать. Ни до вершины B, ни до вершины C. Ну и так далее. После этого, конечно, после того, как мы вершину D добавляем к нашему множеству, надо, во-первых, надо произвести релаксацию по всем выходящим из нее ребрам, и в процессе мы поймем, что до B теперь можно доехать за 7. Ну, мы узнаем о каких-то еще новых вершинах. Возможно, из D в C есть тоже ребро, скажем, веса 2, и тогда надо будет понять, что до вершины C мы теперь умеем доезжать до 8, ну и так далее. То есть каждый раз мы хотим добавлять к нашему множеству вершину, до которой текущее известное расстояние минимально. Давайте в общем случае посмотрим, как это будет выглядеть. В какой-то момент у нас будет вершина S и будет множество вот этих самых жирных вершин, которые мы обозначали вот здесь на рисунке слева, до которых мы точно знаем расстояние. Давайте так и напишем. Расстояние. Не просто расстояние даже, а кратчайшее. Кратчайшее расстояние уже известно. Мы хотим понять, какую же следующую вершину стоит добавить к этому множеству. Вот давайте предположим, что это вершина V.
она не лежит еще в этом множестве, но мы считаем, что ее стоит добавить. Вот утверждение в том, что тогда можно считать, что предыдущая вершина на кратчайшем пути из S в V лежит в нашем множестве. Доказывается оно довольно просто. Но рассмотрим потенциальный кратчайший путь вот из S в V. Предположим, что предпоследняя вершина лежит не в нашем множестве, это вершина U. Ну, давайте пойдем дальше. Во-первых, понятно, что расстояние от S до U, оно уж никак не больше, чем расстояние от S до V. Вот мы будем идти так, идти, и возьмем первую вершину, вот самую последнюю от конца вершину, которая все еще не попадает в множество. Она, конечно же, будет расстояние от S до W, давайте так и запишем, расстояние от S до W, будет меньше либо равно, конечно же, чем расстояние от S до V. И у нее предыдущая вершина будет лежать обязательно в нашем множестве. Что означает, что до вершины W мы уже будем знать кратчайшее расстояние, просто потому что, когда мы вот эту вот вершину, давайте ее назовем как-нибудь Z, добавляли в наше множество вершин, до которых мы уже знаем расстояние, мы произвели релаксацию по ребру ZW, а значит, для вершины W установилось кратчайшее расстояние. Ну, значит, вершину W как раз и разумно сейчас добавить в наше множество. И поскольку мы в качестве вершины V брали вершину расстояния, от которой до S кратчайшее, то здесь просто обязано выполняться равенство. Вот от S до W расстояние не может быть строго меньше, чем от S до вершины V. На самом деле мы с вами почти уже разобрались с алгоритмом Дейкстры, который решает задачу о кратчайших путях из одной вершины в графах с неотрицательными весами на ребрах. Как уже было описано, этот алгоритм постепенно расширяет множество вершин, до которых мы уже точно знаем кратчайшее расстояние. Делает он это в порядке увеличения расстояний до начальной вершины S. Единственное, что осталось недосказанным в этом алгоритме, это то, как же мы будем выбирать следующую вершину, которую мы хотим добавлять в наше множество. Мы понимаем, что это вершина с текущим минимальным известным расстоянием. Таким образом, у нас есть некоторое множество вершин, и у них есть известные расстояния, нам надо из них выбрать минимум. И эти расстояния в процессе работы меняются, поэтому нужна какая-то структура данных. Конечно же, структура данных, которая в этом случае нам поможет, это очередь с приоритетами. Что, в общем-то, было ожидаемое. В невзвешенных графах мы пользовались обычной очередью, и понятно, откуда очередь там возникала. Но теперь на ребрах появились веса, поэтому нам надо вершины обрабатывать не в том порядке, в котором они складывались в очередь, а надо обрабатывать их в соответствии с приоритетами, то есть с текущими расстояниями. Поэтому и очередь с приоритетами. Итак, давайте внимательно посмотрим на псевдокод. Получает алгоритм на вход, так же, как и поиск в ширину, граф и стартовую вершину S. Давайте еще раз вспомним, чем мы будем заниматься. Мы будем последовательно расширять множество, в котором у нас будут лежать вершины, для которых расстояние мы точно уже знаем. S будет лежать в этом множестве почти сразу. Вот там где-то снаружи есть еще вершины. И нам надо будет в каждый момент выбирать правильную вершину для добавления в это множество. Итак, изначально инициализация. Мы для каждой вершины записываем, что расстояние мы для нее пока не знаем. И вершину предыдущую на кратчайшем пути тоже не знаем. Это мы записали вот здесь, потратили на это время у от V. Дальше для вершины S мы записываем, что до нее это расстояние мы знаем. Оно, конечно, равно нулю. Следующий шаг. Создаем очередь с приоритетами. Добавляем туда все вершины для простоты. Ключами вершин будут значения, записанные в массиве dist. Дальше повторяем следующий шаг. Нам надо добавить. Инвариант у нас поддерживаться будет следующий. Все вершины, которые вне нашего множества лежат, они будут лежать в очереди с приоритетами. Мы будем доставать текущую вершину с минимальным дист-значением и добавлять ее
в наше множество. То есть будет происходить что-то следующее. Вот вершина добавилась к нашему множеству. После этого надо будет, поскольку у нас появилась новая вершина, надо будет прорелаксировать все ребра, которые выходят из этой вершины. Итак, вот здесь происходит выбор минимальной вершины из очереди с приоритетами. Вершина с минимальным дизизначением. Это вершина У. Выбрали. Дальше для всех ребер, которые ведут из этой вершины куда-нибудь, можно на самом деле было бы проверять только ребра, которые ведут наружу, то есть не ведут в вершины, которые лежат вот в нашем множестве, но в то же время релаксация по ребрам, которые ведут куда-то сюда, множество, она ничего не испортит. Итак, мы перебираем все ребра, которые торчат из вершины У, и просто релаксируем их. То есть то, что вот здесь написано, это и есть наша процедура релакс от УВ. Далее, если для вершины В расстояние уменьшилось, то мы также сообщаем очереди с приоритетом о том, с приоритетами о том, что нужно произвести, возможно, какое-то перестроение. Вот, в общем-то, и весь алгоритм Дейкстры. На следующем слайде мы посмотрим небольшой пример этого алгоритма в действии, а после этого разберемся, каково его время работы. Игрушечный пример работы алгоритма Дейкстры. Рассмотрим такой граф на 5 вершинах. Как обычно, вычислять расстояние будем от вершины S. Давайте пометим вершину S как вытащенную из очереди. Изначально для нее расстояние установлено как 0, предыдущий для нее не определен. Расстояние до всех остальных — это бесконечности, этого мы указывать не будем сейчас, и предыдущие тоже не определены. Итак, мы вытащили S из очереди и теперь релаксируем все ребра, выходящие из вершины S. Релаксировать давайте в порядке, в алфавитном порядке, как обычно в лексикографическом. Первое релаксируется ребро веса 4, SB. Мы узнаем, что до вершины B можно доехать за 4. Так и записываем. И записываем, что предыдущая вершина на таком пути — это S. Следующим релаксируется ребро C. Ребро SC. Мы узнаем, что до вершины C можно добраться за 2, и предыдущей вершиной при этом будет S. Итак, релаксация ребер, выходящих из S, заканчивается. Теперь вот у нас есть 4 вершины, лежащие в очереди с приоритетами B, C, D и E. При этом для C и D текущие значения расстояния — это 2,4, а для D и E — это бесконечности. Очередь с приоритетами помогает нам понять, что следующий нужно добавить в наше множество вершин, до которых мы знаем кратчайшее расстояние, вершину C. То есть, другими словами, мы достаем вершину C из очереди. Давайте это пометим вот тем, что обведем эту вершину. Начинаем релаксировать ребра, выходящие из вершины C. Первым релаксируется ребро CB. И мы видим, что текущее расстояние до C, то есть 2, плюс вес ребра CB, то есть 1, это строго меньше, чем текущее известное расстояние до вершины B. Поэтому мы обновляем известную информацию для вершины B. Мы пишем, что мы нашли до нее путь, стоящий нам 3 рубля, и предыдущая вершина на этом пути — это вершина C. Отлично. Следующее ребро, которое релаксируется, это CD, его вес 4. Для вершины D мы не знали ничего, поэтому так и пишем. Мы теперь знаем путь длины 6, который предпоследняя вершина которого — это вершина C. И, наконец, ребро CE. Опять-таки узнаем путь длины 7 до вершины E, предпоследняя вершина которого — это C. Так, теперь в нашей очереди с приоритетами есть 3 вершины B, D и E. Минимальный ключ у вершины 3, у вершины B это 3, поэтому мы вытаскиваем из очереди с приоритетами вершину B. Теперь для нее
мы точно знаем, что расстояние 3 – это кратчайшее расстояние, но надо прорелаксировать ребра, которые из нее выходят. Релаксируем ребро БД сначала. При этом находится путь в вершину D длины 3 плюс 2. То есть 5 это лучше, чем 6, поэтому мы здесь обновляем информацию. Получается 5, предыдущая вершина это B. Теперь релаксируем ребро BE. При этом находится путь длины 6 в вершину E, поэтому обновляем, получается 6B. На этом заканчивается. Остаются в очереди вершины D и E с ключами 5 и 6, соответственно, поэтому достаем вершину D. Ну, просто достаем. Релаксировать из нее нечего, из нее не выходит никаких ребер. Наконец, достаем вершину E. И релаксируем из нее ребро, но оно, конечно, ни к чему уже не приведет. К уменьшению ничего, поскольку для вершины D мы знаем. Да, и тут по картинке становится видно, что я в нашем примере, ну, поскольку я не машина и не компьютер, я забыл одно ребро прорелаксировать. Это ребро BC. В тот момент, когда мы B вытащили из очереди, мы, конечно, должны были релаксировать и это ребро, и это ни к чему бы не привело, потому что для вершины C мы к тому времени уже кратчайшее расстояние знали, то есть уменьшиться оно, конечно же, никак не могло. Расстояние никогда не становится, короче, кратчайшего. Вот, тем самым алгоритм свою работу завершил. Давайте посмотрим, какое дерево у нас при этом построилось. Вершина S, вершина B, вершина C, вершина D, вершина E. Для вершины C у нас предыдущая вершина это S, поэтому вот такое ребро веса 2. Для вершины B кратчайшая предыдущая вершина это C, поэтому рисуем вот такое ребро. Для вершины D предыдущая вершина это B. Вот такое ребро. И, наконец, для вершины E предыдущая вершина это B. Вот такое получилось дерево кратчайших путей. Еще раз напоминаю, как именно мы будем по этому дереву потом восстанавливать пути. То есть, если нас кто-то спросит теперь, а как же, каков кратчайший путь до вершины E, то мы это с легкостью поймем. Мы встанем в вершину E, посмотрим, какой какая вершина предыдущая на пути. Это вершина B. Поэтому мы понимаем, что вот последнее ребро это вот это вот. Дальше мы пойдем в вершину B, посмотрим, какая предыдущая для нее. Это C, значит вот это ребро. Наконец, для вершины C увидим, что предыдущая это S, значит вот это ребро. То есть мы восстанавливаем каждый путь за время, пропорциональное его длине. Мы разобрали и алгоритм DXTRI, и посмотрели, как он работает на примере, и заранее убедились в его корректности. Осталось разобраться со временем работы этого алгоритма. Давайте вспомним, на что же алгоритм тратит время. Изначально он создает очередь с приоритетом. Как мы знаем, очередь с приоритетом можно реализовывать по-разному. Внутри нее может жить куча или массив, но так или иначе понятно, что создать очередь с приоритетами – это недорогая операция. Ее можно сделать, произвести за линейное от количества элементов время. Поэтому давайте ее пока учитывать не будем. Дальше происходит следующее. Мы v раз извлекаем из очереди минимум. Давайте так и запишем. v раз достаем минимум. Итак, v умножить на время работы операции извлечения минимум. При этом, когда мы минимум достаем, это какая-то вершина нашего графа, мы релаксируем все исходящие из нее ребра. То есть в общем случае может быть проведено до E релаксаций. Каждая релаксация потенциально может привести к изменению ключа в нашей очереди с приоритетами, поэтому E надо домножить на время, которое у нас работает операция изменения приоритета. Ну, давайте теперь смотреть, во что же это время превратится при различных реализациях очереди с приоритетами. Самая банальная реализация, как мы помним, это массив. То есть все
вершины, которые у нас в очереди лежат просто в массиве или в связанном списке, тогда операция нахождения минимума у нас будет дорогая, то есть нам нужно будет просканировать весь массив или список. В то же время при изменении приоритета можно не делать ничего. Соответственно, получится V умножить на V от V плюс E умножить на V от единицы. Это O от V в квадрате. Уже неплохо, на самом деле. Квадратичное время, то есть квадратичное от количества вершин. Например, если в графе есть почти все ребра, то есть граф плотный, то есть ребер порядка там V в квадрате, тогда это время просто линейно от размера графа. Посмотрим, что же будет, если использовать кучу. А если быть еще более точным, то двоичную кучу. В двоичной куче, как мы помним, и операция извлечения минимума, и изменения приоритета работают за логарифм от количества элемента. Соответственно, получаем время работы O от E, O от V плюс E на логарифм от количества вершин. Ну вот, уже получили два каких-то времени работы. Какое из них лучше? Просто так не сказать. Это зависит. Зависит от того, в каком отношении находится количество ребер и количество вершин. Например, как уже было сказано, если количество ребер по порядку есть V в квадрате, такие графы называются плотными, то есть в них есть почти все ребра, тогда первое время предпочтительное, поскольку второе в этом случае превращается в V квадрат умножить на лог V. V квадрат на лог V, конечно же, хуже, чем V в квадрате. С другой стороны, если ребер в графе мало, например, по порядку это U от V, тогда второе время, конечно же, предпочтительнее, поскольку оно превращается в V лог V, а первое остается V в квадрате. Таким образом, какую реализацию очереди с приоритетом выбрать на массиве или на двоичной куче, зависит от того, насколько в графе много ребер. Можно, однако, использовать деичную кучу со специально подобранным значением d, так, чтобы независимо от того, сколько там у нас в пришедшем нам графе ребер, реализация получилась эффективной. Другими словами, мы заранее смотрим на граф и решаем, какая у нас будет степень ветвления в нашей куче. Итак, деичная куча. Давайте посмотрим, что у нее произойдет. Сколько нам будет стоить операция extract min? Давайте поймем. Мы в такой ситуации берем самый последний элемент. Точнее, мы вытаскиваем из корня кучи минимум, на его место ставим последний элемент, и этот последний элемент нужно утопить в нашей куче. Куча, напоминаю, выглядит у нас так. У нас в каждой вершине d детей. У каждой вершины d детей, ну, кроме, может быть, с вершин с предпоследнего уровня. Когда мы утапливаем элемент, нам надо выбрать, с каким из детей его поменять. И на его место надо поставить минимального из детей. То есть нам надо выбрать на каждом уровне минимум из d элементов, поэтому нам придется платить за это d. Ну и поскольку утапливать нам в худшем случае придется на глубину логарифм по основанию d, то домножается это еще на логарифм по основанию d от v. О, большое я здесь потерял, но ничего. Далее, сколько стоит нам операция изменения приоритета? Изменение приоритета у нас на самом деле бывает только в меньшую сторону. То есть расстояние в алгоритме DXT может только уменьшиться. Соответственно, нам при изменении приоритета надо иногда будет давать элементу всплыть. Всплытие у нас происходит быстрее, чем утапливание элемента, поскольку при всплытии очевидно, куда всплывать наверх. Мы надо меняться просто с родителем. И, соответственно, делается это просто за логарифм по основанию d от v, поскольку это и есть высота максимальная, на которую элемент может всплывать. Вот такое время работы получаем, про которое пока непонятно. Но интуитивно, давайте, во-первых, запишем, что у нас получилось. Получилось O от
v умножить на d плюс e умножить на логарифм по основанию d от v. Теперь вопрос в том, каким же выбрать d. Ну, видно, что здесь есть два слагаемых. Вот второе слагаемое, чем больше d, тем оно будет меньше, поскольку логарифм будет уменьшаться. А первое слагаемое, чем больше d, тем оно будет больше. Поэтому, чтобы их более-менее уравнять, надо взять d таким, чтобы они совпали. Ну или другими словами, чтобы вот эти два слагаемых здесь совпали. То есть d разумно выбрать равным e поделить на v. Ну, точнее, e поделить на v округленному куда-то. То есть пропорциональным средней степени графа. Тогда что у нас получится? Во что преобразуется полученная нами оценка? V умножить на d это будет просто e, соответственно, это будет o от e умножить на логарифм по основанию вот такой вот штуки. E поделить на v от v. Такая вот немного странная оценка. Давайте посмотрим теперь, как она себя ведет на разного типа графах. Значит, первый случай — это когда граф плотный. Как мы уже говорили, при этом разумно использовать массив плотный. Это означает, что e это там тета, скажем, от v в квадрате. При этом во что превращается оценка? Тогда e поделить на v будет по порядку v, тогда логарифм от чего-то линейного по v от v это будет просто какая-то константа. Соответственно, то, что у нас время, которое у нас получится, это u от e, точнее u от v в квадрате. Итого то же самое, что и при реализации на массиве. Второй вариант, когда граф разреженный. То есть e разреженный, e это o большое от v. Количество ребер линейное. Ну, давайте посмотрим, что теперь произойдет. Тогда вот здесь вот e это просто v. e поделить на v это некоторая константа. Соответственно, то, что у нас остается, это v log v, но прямо как и с двоичной кучей. Также хорошо. Теперь некоторый промежуточный вариант, когда e это вроде бы и не линейное, то есть больше, чем линейное, но меньше, чем квадратичное. Ну, скажем, e это там тета от v в степени полтора. Ну или в степени любой константы от 1 до 2, не включительно. Ну, тогда e здесь останется e, здесь будет логарифм от v в какой-то степени и от v. Это опять же будет константа. Соответственно, время работы будет аж линейным от количества ребер. Следующее естественное расширение задачи — это позволить ребрам графа иметь отрицательный вес. Тут, однако, надо быть аккуратным, поскольку при этом в графе могут появиться циклы отрицательного веса, а это уже некоторая аномалия. Поскольку если такой цикл достижим из нашей начальной вершины S, то можно до этого цикла доехать из S, а после этого наматывать круги по этому циклу, все время уменьшая вес текущего пути. Поэтому для всех вершин этого цикла расстояние кратчайшее будет, в общем-то, равно минус бесконечности. Ну или другими словами, задача в этом случае некорректно поставлена. Мы с вами поступим следующим образом. Мы сначала предположим, что циклов отрицательного веса нет, хотя ребра отрицательного веса могут быть разрешены. И при таких предположениях найдем кратчайшие пути от S до всех остальных вершин. После этого мы разберемся, как небольшим дополнением данного алгоритма можно будет понять, есть ли в графе цикл отрицательного веса. Алгоритм, который мы рассмотрим, называется алгоритмом Беллмана-Форда. Давайте перед этим еще поймем, почему же наш алгоритм Дейкстры, который мы только что рассмотрели, не способен решить такую задачу.
Проблемы начинаются уже в самом начале, вот даже с примером, который мы рассмотрели, когда есть вершина S, и из нее ведут два ребра вершины А и Б, и ребро до А короче, и мы говорили, ну, значит, до А мы точно знаем расстояние. Ну, так вот, если есть ребра отрицательного веса, то это уже не так, поскольку если вес ребра SA — это 5, а вес ребра SB — это 10, то все равно не исключено, что из ребра B из вершины B в вершину А есть ребро весом минус 20, поэтому если поехать через вершину B в вершину А, то получится вес, то получится путь веса минус 10. Соответственно, ломается также наше предположение о том, что мы перебираем вершины в порядке увеличения расстояний. Раньше, когда веса были неотрицательные, все было легко. Мы берем самую ближнюю вершину и понимаем, что если мы через нее куда-то дальше едем, то от этого путь становится только длиннее. А теперь из-за того, что ребра бывают отрицательного веса, путь может стать случайно короче. Соответственно, нужны какие-то дополнительные идеи. Удивительно, но алгоритм, который у нас получится, он, в общем, по описанию будет даже проще. Хотя время его работы будет, в общем случае, больше. Алгоритм Беллмана-Форда. Как и было обещано, он очень-очень прост. Во-первых, здесь написан комментарий, что действуем мы в предположении, что в G нет циклов отрицательного веса. Запустить алгоритм можно, даже если эти циклы есть, но вот он будет корректен, только если циклов отрицательного веса все-таки нет. Вначале происходят знакомые нам вещи, обычная совершенно инициализация. Записали, что для каждой вершины мы пока не знаем кратчайшее расстояние, мы не знаем, какая предыдущая вершина. Потом сказали, что для S мы все-таки знаем. А после этого мы сделали довольно простую вещь. Мы V минус один раз произвели релаксацию всех ребер. Вот, в общем-то, и все. Вот оказывается, что при этом, при отсутствии циклов отрицательного веса для всех вершин установится корректное кратчайшее расстояние в графе. Давайте пока поймем две вещи. То есть корректность мы обсудим чуть позже. Пока первое, что очень легко понять по данному псевдокоду, что время работы данного алгоритма — это O от V умножить на E. Поскольку мы V раз, V минус 1 даже раз, релаксируем все ребра. В общем-то и все. Еще одно замечание заключается в том, что здесь разумно действовать чуть хитрее и не повторять все V минус 1 итераций одно и то же, а где-нибудь вот здесь сбрасывать флажок и обновлять его, и устанавливать его, если произошла хотя бы одна релаксация ребра. То есть хотя бы одно значение дист для какой-то вершины изменилось. Поскольку если для всех ребер мы произвели релаксацию и ничего нового не произошло, то и за следующую итерацию ничего дальше не изменится. Соответственно, как только у нас прошла итерация, в течение которой значения дист не поменялись, алгоритм можно заканчивать. Чтобы доказать корректность, мы на самом деле и покажем, что за v минус одну итерацию обязательно все должно уже будет устаканиться. Если быть чуть более точным, то устаканится все через k итераций, где k — это максимальное количество ребер в кратчайшем пути от s до вершины нашего графа. Это станет понятно на следующем слайде. Проиллюстрировать корректность только что рассмотренного алгоритма мы опять собираемся на игрушечном примере. Рассмотрим такой вот граф с 5 вершинами, для которого мы из вершины S запустили алгоритм Беллмана-Форда. Рассмотрим вершину D. Видно, что кратчайший путь в данном графе, но тут есть примерно, наверное, путей 4-5 в вершину D. Но ясно, что самый короткий путь должен взять вот эти вот два ребра отрицательного веса. Путь в итоге получится веса 1. По-другому видно, что не короче, чем за единицу, никак не проехать. Здесь ниже показаны 4 итерации. У данного графа 5 вершин, поэтому алгоритм Беллмана-Форда проведет 4 итерации релаксации всех-всех-всех ребер.
Здесь также приведен некоторый порядок ребер. Какой порядок, в каком порядке алгоритм производит релаксацию, не так и важно. И, в общем, здесь выбран какой-то. Но вот, что нам важно. Итак, мы сейчас подсветили себе кратчайший путь из S в D. Алгоритм, конечно же, этого не знает. Но гарантированно произойдет вот что. На первой итерации обязательно будет вызвана релаксация ребра SA. При этом в вершину А запишется корректное кратчайшее расстояние. Как мы помним, поскольку А лежит на кратчайшем пути из S в D, то SA — это просто кратчайший путь из S в А. Итак, после первой итерации мы знаем, что в вершине А запишется корректное кратчайшее расстояние. На второй итерации мы знаем, что поскольку будет произведена релаксация по всем ребрам, то обязательно затронется и ребро АБ. Вот это вот ребро. Это, в свою очередь, нам гарантирует, что в Б запишется корректное кратчайшее расстояние. Вы, наверное, чувствуете уже, к чему я веду. На следующей итерации будет обязательно вызвана релаксация по ребру BC. И поскольку в B уже записано корректное кратчайшее расстояние, то оно запишется и в C. И, наконец, на последней итерации обязательно произойдет релаксация по ребру CD. И поэтому в D запишется корректное кратчайшее расстояние. В общем случае мы знаем вот что. Если у нас есть какой-то кратчайший путь из S в некоторую вершину V, вот он как-то идет. Как мы помним, любой его префикс, любая его начальная часть, это тоже кратчайший путь. Просто по свойству оптимальности подпутей для кратчайших путей. Более того, раз циклов отрицательного веса в нашем графе нет, значит, в этом пути будет не больше, чем V минус одно ребро. Действительно, если бы ребер было больше, чем v-1, то какая-нибудь вершина гарантированно бы повторялась, что означало бы, что наш путь выглядит как-то так. Вот он идет, потом проходит через ту же вершину, потом продолжает дальше. Ну и, может быть, он по нескольким вершинам проходит больше одного раза. Ну, это означает, что в пути есть цикл, и если мы этот цикл просто отрежем, раз уж он не отрицательного веса, то пути от этого может стать только лучше. Ну уж хуже точно не станет. В смысле, длиннее он не будет, раз цикл не отрицательного веса. Соответственно, мы можем считать, что до каждой вершины есть простой кратчайший путь. То есть путь, который не проходит ни по одной вершине больше одного раза. Итак, раз до V есть простой кратчайший путь, значит, после первой итерации у нас установится корректное кратчайшее расстояние до его первой вершины, после второй итерации до второй вершины, после третьей до третьей, ну и так далее. После v минус одной итерации гарантированно для всех вершин в нашем графе установится корректное кратчайшее расстояние. Ну и, как мы уже сказали, на самом деле может установиться даже и быстрее, если все кратчайшие пути в нашем графе, то есть если для каждой вершины в нашем графе есть кратчайший путь, состоящий не более чем из k ребер, то через k итераций все устаканится. Заранее мы, конечно же, не знаем, сколько может быть ребер в кратчайшем пути в нашем графе, но поэтому разумно просто проверять, изменилось что-то за итерацию или нет. Если ничего не изменилось, то пора алгоритм останавливать. Осталось, в общем-то, разобраться с циклами отрицательного веса. Разберемся мы с ними довольно элегантно. Давайте прогоним еще одну итерацию, то есть в эту итерацию алгоритма Беллмана-Форда. Утверждается, что если на в этой итерации хоть что-то изменится, то есть хотя бы одно ребро прорелаксируется, значит, в графе есть цикл отрицательного веса. И обратно. Если цикл отрицательного веса есть, то на в этой итерации обязательно что-нибудь изменится. Давайте докажем это. В одну сторону очевидно. Если что-то на в этой итерации изменилось, значит, конечно же, цикл есть. Поскольку если его бы не было, тогда бы после v-1 итерации все расстояния бы уже устаканились, и ничего бы на в этой итерации поменяться не могло. Чуть более хитро доказывается в обратную сторону. Итак, предположим, что цикл отрицательного веса есть. Давайте покажем, что обязательно что-нибудь изменится вне зависимости от того, в каком порядке мы релаксируем ребра. Давайте
сделаем это опять-таки на маленьком примерчике. Есть три вершины А, Б и С где-то у нас в графе. То есть цикл на трех вершинах. По примеру станет понятно, что делать с циклами, в которых больше, чем три вершины. Ну и пусть он будет отрицательного веса. То есть, например, здесь ребро веса 2, здесь ребро веса минус 5, здесь ребро веса 1. Давайте напишем, что же означает. Предположим, что ни одно ребро в этой итерации не прорелаксировалось. На самом деле мы покажем, что на любой итерации алгоритма Беллмана-Форда значение какой дист для какой-нибудь вершины будет меняться. Вот обязательно. И на первой, и на второй, и уж тем более на этой. Как мы это докажем? Предположим, что на какой-то итерации ничего не поменялось. Ни для вершины А, ни для вершины Б, ни для вершины С. Давайте напишем условия на то, что при релаксации по ребру АБ ничего не меняется. Это означает, что расстояние до вершины Б текущее, оно меньше либо равно, чем расстояние до вершины А плюс 2. Это, в общем, и есть. Если бы оно было больше, чем дист от А плюс 2, тогда бы релаксация по ребру АБ уменьшила бы расстояние, текущее известное для вершины Б. То же самое для ребра BC давайте напишем. Итак, дист от С меньше либо равно, чем дист от Б минус 5. Наконец, для ребра CA выглядеть будет так. Дист от А меньше либо равно, чем дист от С плюс 1. Вы, наверное, догадываетесь, зачем мы так друг под другом написали эти неравенства. Для того, чтобы сложить, конечно же. После того, как мы сложим эти неравенства, и слева, и справа будут записаны дисты для всех вершин, входящих в этот цикл, и они сократятся, соответственно, получится у нас неравенство, в котором слева останется 0, а справа будет длина нашего цикла. Соответственно, получится, что длина цикла больше либо равна 0, нуля, что, в общем, приведет к противоречию. Итак, если на этой итерации что-то изменилось, значит, в нашем графе обязательно есть цикл отрицательного веса. В этот момент можно об этом пользователю сообщить. Финальный штрих данной главы — это замечание о том, что кратчайшие пути в ациклических ориентированных графах искать гораздо проще. Объясняется это тем, что любой ациклический граф, как мы помним, можно топологически упорядочить, то есть расположить его вершины на прямой так, чтобы все ребра после этого шли слева направо. Ну, раз все ребра идут слева направо как-то, то и ребра в любом пути идут тоже слева направо. Соответственно, если мы будем релаксировать ребра слева направо, также, другими словами, будем идти по вершинам слева направо в этой сортировке и для каждой вершины релаксировать ребра, исходящие из нее, то в любом таком потенциальном кратчайшем пути, который нас интересует, сначала будет релаксировано его первое ребро, потом второе, потом третье и так далее. То есть релаксированы они будут в нужном порядке. Соответственно, получаем алгоритм, который за линейное время, аж за линейное, находит кратчайшие пути в ациклическом графе. При этом он никак не полагается на то, что все ребра имеют неотрицательный вес. То есть этот алгоритм работает и в случае, если в графе есть ребра отрицательного веса.